Анапская спортсменка завоевала золото на всероссийских соревнованиях. С 10 по 15 сентября в Армавире проходило первенство России по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В борьбу за победу вступили более 800 сильнейших самбистов России. По итогам спортсменка Анапской спортивной школы Олимпийского резерва Валерия Нижегородова, выиграв у представительниц Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Калининградской и Калужской областей, завоевала первое место и путевку на первенство мира по самбо, которое пройдет в октябре в Армении. Поздравляем Валерию и ее тренера Дмитрия Мирошникова. Желаем новых успехов и побед. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.